Рады приветствовать всех на нашем YouTube-канале Профикос. Сегодня хотелось бы представить вашему вниманию лосьоны от бренда Кокос. Эти лосьоны, которые вы будете применять перед самим нанесением пилинга, их очень много абсолютно разных также в данной линейке. Хотелось бы начать с лосьона для одномоментной подготовки вашей кожи. Сразу скажу, что данный лосьон, он помогает обезжирить кожу, да, лица, также специально разработанная для этого формула есть. И в составе данного пилинга идет спирт 70%. Вот, он дезинфицирует вашу кожу. Салициловая кислота, которая как бы разрыхлит роговой слой, вот, облегчит проникновение кислоты потом внутрь. Гликолевые молочные кислоты для закисления рогового слоя. Также глицерин, который смягчит действие 70% спирта. Вот. Ну, при этом процесс обезжиривания лица будет намного комфортнее перед вашим пилингом. Как нужно применять данный лосьон? Вы для начала очищаете лицо пенкой или гелем для умывания. Смачиваете спунж лосьоном, обезжириваете лицо, протираете тщательно спунжем. Протираете до тех пор, пока не будет спунж чистый. Тогда это вам дает понять, что кожа абсолютно чистая и готова к применению, так скажем, пилинга. Поэтому данный пилинг, он для одномоментной подготовки. Вот, они по 100 мл все идут. Очень, кстати, классная вещь, потому что подходит абсолютно под все типы кожи. Также есть лосьон для долгой предпилинговой подготовки нормальной кожи, здесь PH4. Также очень эффективный пилинг. Скажу сразу, что главная задача данного лосьона — это как бы блок нового меланина, плюс у вас идет отшелушивание клеток, содержащих пигмент, ну и также борьба с пигментными пятнами, там же веснушки или высыпания какие-то связанные. Ну, в общем, все высыпания этот пилинг поможет вам как раз убрать. Применять его нужно будет за 2-4 недели до процедуры самого пилинга. То есть вы протираете лосьоном лицо, шею 2 раза в день. Но повторять это нужно будет, как бы, результат вы видите через 2-3 недели. Повторять процедуру саму 1 месяц с перерывом 1-2 недели. Также скажу, что вот данный лосьон именно, он окажет как бы эффект легкого отшелушивания, плюс постепенно помогает привыкнуть к воздействию кислот, являясь как бы профилактикой побочных эффектов и осложнений. Ну, естественно, его можно использовать как между пилингами и после пилингового ухода. Это, скажем так, более мягкое средство, потому что имеет более длительный период использования и действия. То есть у вас не будет проблем потом при наносении вашего пилинга на кожу. Ну и, соответственно, третий лосьон, также для предпилинговый лосьон для долгой подготовки, это конкретно для сухой кожи. Есть очень много людей, которые действительно страдают данной проблемой, такой как сухая кожа. Ну и вот как раз данный лосьон, он для, скажем так, недостаточно увлажненного эпидермиса, эффективно, мягко ложится, ускоряет также регенерацию, плюс он оказывает положительное действие на ваш эпидермис, помогает предотвратить ряд побочных эффектов. Сразу скажу, что запах у пилингов, скажем так, травяная основа, вот, на травяной основе, с всеми составами вы можете ознакомиться, они указаны, и также указано применение, как вы можете применять тот или иной пилинг, но лучше всего, конечно же, проконсультироваться с косметологами или с людьми, которые уже пробовал данный бренд Кокос, потому что очень хвалят как наши клиенты, так и новые покупатели. В общем, данный лосьон для сухой кожи, скажем так, обеспечит равномерную регенерацию, то есть пилинг у вас, профилактика сама будет очень хорошая перед пилингом. Ну и он также способствует выравниванию поверхности рогового слоя, так как, я вам скажу, в большинстве случаев пилинги делают где-то после 30-35
5 лет. Роговой слой эпидермиса в этом возрасте начинает отшелушиваться неравномерно, ну, из-за чего нередко появляются, так скажем, шероховатости, неровности в виде неотшелушенных роговых чешуек. То есть это все для сухой кожи очень и очень хорошо. Значит, в составе здесь гидролат алоэ, смягчает гель алоэ вера, молочная кислота, бурштиновая кислота, ну и глицерин, соответственно, депантенол и пулулан. Очень эффективно. Есть также еще в линейке в этой для жирной кожи лосьоны. Вы можете выбрать любой подходящий вам. Ссылка будет в описании под этим видео. Можете проходить по ссылке в наш интернет-магазин profikos.com.ua и приобретать данные лосьоны там. А также можно сразу подобрать к лосьону пилинг, который устроил бы вас с данным процентным соотношением pH и кислоты. Благодарю вас за просмотр. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки.